В здоровом теле здоровый дух. В бегуницах это знают с пеленок. На старте дети от 6 и до 8 лет. Сегодня они бегут 400 метров. Взрослые готовятся к более серьезному забегу на 6 и 12 километров. Популяризация бега в поселке – основная задача. В течение лета кроссы проводят регулярно. А так у нас в плане 10 стартов. Значит, старты разнообразные. Вот. В следующем году хотим добавить новый старт, который будет называться «Муравей». Этот старт будет предназначен для детей от 1 года до, наверное, 5-6 лет. Вот. Где мы планируем награждение шоколадными медалями. У Светланы бегом занимается вся семья. Она специально пришла пораньше, чтобы зарегистрировать на соревнования сына и мужа. Сама же участвует в оздоровительном забеге. Это бег или ходьба в течение часа. Проходит забег вне конкурса. Принять участие в нем могут все желающие. Ну, стараюсь, да, детишек увлечь лыжами, бегом. Хотя в последнее время труднее становится. Вот у них сейчас основное как бы увлечение компьютерные игры, поэтому приходится личным примером. Бегуны из Петербурга – воспитанники школы Олимпийского резерва. Трассу на Ивановских горах они облюбовали уже давно. Вне соревнований приезжают сюда тренироваться. Местные бегуны в спорте скорее любители, но питерцам не уступают. На дистанции 12 километров бегунистские спортсмены пришли первыми. Но это не решило исхода соревнований. В Санкт-Петербург увезут большинство золотых медалей.